Уважаемые наши подписчики, я как первый заместитель директора уважаемой нашей компании Белэмса хотел бы немножко рассказать, что представляет собой наше предприятие. Идея создания вообще этого предприятия родилась более 10 лет назад, когда наш учредитель приехал в Республику Беларусь и посмотрел, что же не хватает белорусскому потребителю, каких товаров не хватает белорусского производства. И родилась идея создания этой компании по выпуску детских подгузников. На сегодня наша компания выпускает не только детские подгузники. Мы выпускаем взрослые подгузники, детские подгузники, трусики, влажные салфетки, влажную туалетную бумагу. 2 года назад поставили линии по производству масок, которые оказались очень актуальны в период пандемии. Мы постоянно расширяем свое производство. На сегодняшний момент на предприятии работает более 250 человек. С учетом нашей инвестиционной деятельности ожидаем, что в следующем году численность нашего коллектива будет более 300 человек. На сегодняшний момент география продаж нашей компании – десятки стран, более 30. Поэтому нашу продукцию сегодня знают, высоко ценят. Мы активно представлены и на интернет-магазинах различных, Валбересы, Озоны и так далее. В различных сетях, белорусских, в российских, казахских, мы везде представлены. Поэтому наша продукция завоевала своего потребителя. Всем рекомендуем попробовать ее. И я думаю, что останетесь довольны. И вы знаете, хотелось бы добавить еще одну маленькую-маленькую деталь. Наша продукция – это продукция высочайшего европейского качества, а цена – это та, которая нужна вам. Попробуйте, и вы останетесь довольны.